Как остановить африканскую чуму? Этой теме было посвящено совещание, которое провела губернатор Светлана Орлова. В режиме видеоконференции в нем приняли участие главы местного самоуправления. Напомним, первый случай заражения свиней африканской чумой был зафиксирован 25 июня в Меленковском районе. На данный момент на территории области зарегистрировано уже 7 очагов вируса. 3 в Меленковском, 2 в Гусь-Хрустальном и по одному случаю в Муромском и Ковровском районах. В области проводится широкий комплекс мероприятий по недопущению распространения инфекции. Организована работа спецпостов. В них входят представители ветслужб, ГИБДД. Они снабжены всем необходимым для обеззараживания транспорта и пешеходов. Проводятся проверки придорожной торговли. Введен запрет на реализацию свиней населению свиноводческими предприятиями. Тем не менее, этих мер недостаточно, отметила Светлана Орлова. По ее мнению, местные власти, а именно Меленковского и Ковровского районов, слабо работают с населением по отчуждению домашних свиней. Понятно, что жители не хотят отдавать свое поголовье свиней на убой. Но до них нужно донести, что это делать крайне необходимо, подчеркнула губернатор. Обязанность местной власти – проводить широкую разъяснительную работу среди населения. В тех населенных пунктах, где введен режим функционирования, чрезвычайная ситуация, согласие хозяев на отбор свиней не требуется. Сотрудники полиции имеют право проникать в жилище и проводить необходимые мероприятия.